Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и также гости моего канала. Гостей сразу хочу предложить подписаться на мой канал и нажать рядышком на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня снимаю свое очередное цветение орхидеи Хилолипс. И хочу увековечить его вот так вот, чтобы оно, это цветение, осталось у меня в памяти. И на видео, и похвастаться, и поделиться своей красотой с вами. Вот. Это у меня орхидеечка в водичке. Посмотрите, сколько у нее корешков замечательных, здоровых и толстых. Вот так вот. Вон, видите, очень хорошее состояние корней в водичке. Она у меня постоянно без просушки. Вот. Столько вот у нее корешков. Только добавляю водички и добавляю. Вот. Эта красавица у меня. Последнее ее цветение было 28 апреля прошлого года. И эту ссылочку на видео я расположу сверху справа. Вы можете просмотреть предыдущее видео. А это автоматически встанет на паузу. Вот такая красота. Посмотрите. Да, конечно, прошел год после ее предыдущего цветения. В этот раз она мне дала 5 цветков. На кончике еще был вот 6-й бутончик. Но она его, конечно, подсушила. Ну, не конечно, почему-то подсушила и не захотела, чтобы он распустился. Вот, посмотрите. Вот так вот эта красота стоит у моей мамы возле ноутбука. И процветает. Еще хочу вам заметить, что эта орхидеечка уже вот год в воде. Посмотрите, как она себя хорошо чувствует. Она не потеряла при переходе вот в эту, это открытая система называется, она не потеряла ни одного даже листика. Тургор очень замечательный. Вот как бы так. Покручу вам сейчас с другой стороны. А также хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта, женским праздником. Мужчин тоже поздравляю, потому что это в какой-то степени и ихний праздник. Все мужчины в этот день стараются поздравить своих женщин. Начинается суматоха. Вот такой вот. Даже праздничный календарный день у нас. 8 марта считают. Вот, посмотрите, какая красота у меня. Вот. И это цветение еще останется долго-долго-долго в памяти. И на моем канале видео. Вот такие вот у меня красоточка. Вот такие вот у меня изменения. Вот там на заднем плане у меня тоже стоит орхидеечка. Я уже делала обзорчик. Она тоже в водичке. Чувствуют они себя превосходно. Спасибо за внимание, мои хорошие. Кто не подписался, приглашаю подписаться. Не забывайте мне ставить лайки. Пока-пока. До встречи. Продолжение следует.